Здравствуйте, друзья! Привет! С вами Декарт! Да-да, привет, Скулбой! Андрей в Роблоксе! Это канал Крутой Папа! И это история о том, собственно, вы все как видите. Я стал грязным бомжом! Печальная история, походу, но давайте поставьте лайк, ребята, чтобы у нашего Скулбоя все хорошо было в итоге, я надеюсь, да? Что, бомжа вы не видели? Вы спросите, как же так? Что случилось? Вы же спросите, мэ-мэ-мэ-мэ, ну они так и спросили, да. Мэ-мэ-мэ, да. Дайте угадаю, он ответит мэ-мэ-мэ. А все очень просто. Не угадал. Без моего школьного диплома, который я выкинул на помойку, молодец, меня не взяли учиться в шарагу. Ну это был разумный поступок очень, да, собственно. Так, и что же мы будем делать теперь? А избитый моим крутым клоном менеджер Гоша еще и это вспомнил. Внес меня в онлайн-базу плохих работников Роблокса. Школьник Андрей. Да ладно тебе, это был его клон. Введи того клона в базу плохих клонов работников Роблокса. Зачем же ты его там? Поэтому я не смог устроиться на нормальную работу. Плохие работники. Ну понятно, понятно, кажется. В итоге он пошел искать во всех мусорках города свой диплом, я правильно понимаю? Стал бомжом. Офис продаж. Продай мне эту ручку. Ну-ка, давай. Ну, она такая классная. Офигенно. Все, вы приняты. Так и будете стоять продавать, да. Она такая классная. И всего за один рабакс. Вообще-то она стоит 10 рабаксов. Пошел вон отсюда. Такие работники мне тут не нужны. Мы тебе перезвоним. Хороший ответ, достойный. Что? Там написано? Подождите. Я не понимаю, Скулбой, наверное, да? Ай, Килрой, а кто это? Я не знаю, кто от это. От безвыходности я начал барыжить колумбийскими чипсами. Ну, естественно. Но стукач сдал меня копа. Чипсы. Очень хорошие креветочные чипсы, закуска ям-ям. Прямо с поличным. Ах ты, крысёныш, Коль. Больно, не наверное. Не с места! Ты арестован! Классные наручники. И чипсы тоже ему оставили. Нормально, чувак, иди там, покушай чипсиков, все хорошо. И денежку возьми, класс. Класс. Полиция. Отсидев 2 года огонь в тюряге просто за мелкие чипсобизнес. Ага, 2 года. Я вышел на волю. И нам даже не покажут эти 2 года. Обычно Крутой Папа очень любит акцентировать свое внимание на тюремных буднях всяких. Взором приполз к родакам, умоляя их кажись, о помощи. Не пустят. Да. Пошел вон, тупой уголовник. Ясненько. Ты нам больше не сын! Но это же был клон! Мама, папа, это был не я! Ну что ж вы такие безжалостные? О, бомжа. Сейчас будет сцена а-ля глупый парень, да? Так. Ну реально так и есть. Как я чувствовал, да? Нама-нама-нама, все. Все, выгнали, выгнали. Будешь в коробке спать, да? Так я стал никому не нужным, почти бездомным роблоксером. Так, и как же мы будем выпутываться из этой потрясающей ситуации? Ой, боже. Просрочка, да? Ну, то обед, от вот, короче. Молода, я начал питаться обед вонючей пришел просрочкой, да, из супермаркета. Нифига! Но на нее также охотятся солнечные коты. В какой-то серии я их видел. Про кота-банана, по-моему. Проваливай, это наша жрачка. Это все еще живые, да. Один из них под машину должен попасть, кстати. Котаны, еды хватит на всех. Ох, какой убедительный аргумент. Убейте его. Да, я так и знал. Эти пушистые гопники атаковали толпой и были сильнее, чем я. Но с помощью валерьянки мне удалось спасти свою задницу. Че, ее так на всякий случай с собой везде носил или что? Это во-первых. Во-вторых, какой же ты вообще, извините, лох, что тебя просто попустили коты. Я даже не знаю, как ты это реагируешь. Но им весело, да, им весело, им хорошо. Окей. Продолжаем нашу трапезу, да? Ха-ха. Хорош. Сейчас он тебя пнет, да? О, это же тот чувак из реалити-шоу про Скулбоя. Был реалити-шоу? Нет, это не я. Дам рабакс, если станцуешь на камеру, как в Фортнайте. О, круто, пошли. Ради рабакса. Задание. Я был готов даже на такой кринж. За деньги, да. Правильно. Да, одобряем. Поехали. Слушайте, ну я не знаю, а что в этом кринжово? Просто стоит человек, танцует, типа. То, что он грязный, это да. Ну как бы, это и так было, до танца. Срочные новости Роблокса. Звезда реалити-шоу Андрей Скулбой стал бомжом.
И ради денег готов на любые унижения. Это достойные новости, слушайте. Я так понимаю, у репортеров там вообще заняться нечем, да? Я так понимаю, вообще новости закончились. И в мире нечего обсудить, только вот бомжа, который танцует. Кто это? А. Вот лузер, а! А, я понял, быдлозритель типичный. Я думал, это какой-то важный, может, персонаж. Ну, а ночевал я внутри большой деревянной бочки. Понятненько. Прям как древний раблоксер Диоген. А, слышали о таком, да. О, нифига себе, Диоген, слышь. Не зажрался ли ты? У тебя что-то помимо бочки еще факел такой ни хреновый есть. Нормально. Я царь. Проси македонский. У меня что хочешь. Отойди, загораживаешь солнце, сейчас скажет, да? Что македонский же подходил к нему. Ну, типа, не знаю, насколько это правда. Может быть, это легенда, может, не легенда. Это точно неизвестно, но... Отойди, да. Солнце закрываешь. Да. О, боже, солнце, оно существует. Никогда не замечал во время своих военных походов. Так, ну ладно, окей. Ой-ой-ой-ой. Помощь бездомным. Так, ну все, давай загружаем. Загружаем в помощь бездомным еще одного бездомного, я считаю. Потому что бездомным бездомного мало, как бы, и других бездомных тоже мало, им помощь нужна. Андрей? Вики! Ой, это Вика! Вика! Хорош. Так. Все будет хорошо, мы тебе поможем. Ну она выглядит не так, но голос у нее прямо как вот в анимациях DH Animations, да. Ну выглядит она вообще по-другому. Так, окей, хорошо, нашли Вику. Вика устроилась на работу. Стояла, значит, стояла с Игорем под деревом, а потом раз и на работу устроилась. А этот бомжевал, хотя у него вроде и дом и все. Бомжепарк? Два билета. Бомжепарк, ребят? Это вы куда приехали? В Лос-Анджелес, что ли? Там без всяких парков бомжепарк, насколько я знаю. Это вы там или где? Я просто реально бомжепарк. Типа как зоопарк, только бомжепарк, да? Какая гениальная идея, потрясающая для бизнеса. Да. Ага, круто. Шаварма. На заднем плане. А тут, а бомжей кормить можно? Или как в зоопарках надписи, типа, бомжей не кормить, там, я не знаю. У них уже там кишки лопаются от шаурмы, да, типа, не надо. Вы делаете плохо бомжам, пытаясь их накормить. Нет таких надписей, нет? Круто. Вот это развлечение, ребята. Вот это гениальная идея, реально. Бомжепарк. Просто потрясающе. Ты здесь работаешь, да, значит? Угу. Так. Все, выгружаем, да? Выгружаем нового бомжа для бомжепарка. Мам, о! Смотри! Бомжик в бочке! Это девочка из глупого парня, да, по-моему? Или нет? Которая там директора дочка или кто-то там вроде. Такой молодой, а уже бомж! Вот, девочка, учись в школе, а то окажешься здесь, да, сейчас она и скажет, по-любому. Вика, что это, знаете, за место? Типичная мама, которая только вот что-то вы увидели, такое маргинальное, антисоциальное, сразу. Вот, учиться надо, учиться, вот, по-любому. Как зоопарк, не хватает. Только с бомжами. Ну, я правильно понял, да, я правильно все понял. Угу. Да, действительно, как зоопарк, только с бомжами. Кто это вообще придумал? А это очень хороший вопрос, Скулбой. Мне тоже интересно. Я подозреваю, что это придумал некий бог вашей вселенной под названием Крутой Папа, но я могу ошибаться. Да. Ого! Какие люди! Bums Park Director. Директор бомжепарка это придумал, походу, да. Игорь! Как Игорь? Игорь же лысый! У него... Волос же нет! Это Eminem 90-х, когда он еще The Real Slim Shady исполнял. И прическа у Игоря такая не была никогда. Николаевич! Николаевич, директор, ага, бомжепарка! Поняли. Класс. Уважаемый человек стал, да? Ну, здорово! Бизнес-идеи выходят на новый уровень. Помню, он там что-то пенек, косарь, там, помните, у него была бизнес-идея. А тут он что-то поднялся, да? Что рожу кривишь свою? Это хлеб твой. Они еще, называется, ради тебя в клетках сидят, чтоб ты деньги получал. Уважение имей. Вечером едем в ресторан. Да, да. Ага. Я помню. Ну, понятно. Чувствуй себя как дома. В этот момент я задумался о несправедливости Роблокса. Почему Игорь директор, а я какой-то грязный бродяга? Ну, может, потому что Игорь не выкинул свой диплом в мусорку, я даже не знаю. Может, потому что Игорь не создавал клонов, которые избивали работодателей. Ну, это такие скромные предположения. Я не претендую на истинность, дружище. Здорово, вау.
Элитный бомж пришел. Эй, салата. VIP просто. Дай почилю в бочке. Да ты не влезешь туда, угомонись. Она моя. У тебя одна только голова туда влезет, и то с трудом. О. Хеликоптер, хеликоптер. О. О нет, бомж пытается вырваться. Не подходите близко к клетке, бомж может укусить, да, как в зоопарке. Смешно. Идеально влез, слушайте, я ошибался. Ой, какой плоский бомж. Кормили в бомжопарке весьма неплохо. Нашел какие-то плюсы, да? Хоть пожрать можно. Ну, уже хорошо. А на прям, слушайте. Показывали прикольные фильмы. Это фильм «Бомж с дробовиком» с Рутгером Хауэром. Я, кстати, не раз про него даже вспоминал, мне кажется, смотрим видос. Такой прикольный трешечок. Это... слушайте, я что-то уже сам захотел в бомжопарк. По-моему, у них там весело, не? Вам не кажется? Но смотрите, главным развлечением живут, бомжей не тужат. Была живут и не тужут, как сказать. И, короче, бомж наш живет и не тужет. Папа, собирай не. Что это за фигня? Почему я не могу эту фразу произнести? Живем и не тужим, как... Мы короче, вы поняли, хорошо им, классно им, шикарно им. Вот у них, кстати, мужик какой-то. Это сода. На время. Так. О, круто. Вот это настоящее веселье пошло, да? Да. 3.42. Да, ребята, игра в кальмара вышла на новый уровень, как говорится. Это определенно. Старый дед тут будет, который будет уже там всех побеждать. Потом... фальсифицирует свою смерть, а потом окажется, что он главный в бомжопарке, даже над Игорем, нет? Не будет такого? Я самый крутой бомжара. Я не уверен, что с этим надо поздравлять, но поздравляю. Окей. Кампус. Они сейчас компьютер там играть будут. Победитель соревнований ночевал в VIP-номере с кучей еды. Нифига! Большим телеком. И горячим джакузи. О, South Park. Слушайте, а нормально. Бомжушка. Неплохой бомжопарк. А все остальные бомжи чилили в общаге. Тайная вечеря Роблокса. Многие не бомжи живут в хостелах. Или, например, ночуют в хостелах. И ничего, как бы, по-моему, нормальные условия. Вау. Это Игорь, да? Угу. Как же мне жалко Андрея. Это, по-моему, краб, который за глупым парнем гонялся, да? Вот его и настигла месть. Пей на него. Да, действительно. Но он же твой друг. Друзья, кому это все надо? С нищебродами не дружу. Я замечал в нем эту, что называется, черту еще во время инцидента с пеньком. Помню на канале Dietch Animation Rus, помню, да. Да, это твой избранник, Вика, я тебя поздравляю. Так. Типа... Не нравится мне этот новенький. О чем тебе не нравится? Лучше бы с нами был Бенни Консерва. Кто? Это какой-то культовый бомж, о котором слагают легенды? Надеюсь, с ним все ништяк. Ага. Это он, да? Вот этот. Так он что, он с вами, просто он сидит, как бы отдыхает. Или кто такой Бенни Консерва? Вот сейчас пришел Бенни Консерва, сейчас он на него посмотрит, скажет, Бенни? Да? Че? Это ты? Бенни! Консерва, да, реально, у него консервный нож. Понятно. Спасибо за эти кадры. Без них анимация бы не удалась, просто, я считаю. Итак... Бенни Консерва пришел. А продолжение мы увидим когда-нибудь в будущем. Кликайте вот сюда, если данное видео вам понравится. Заснимем и продолжение. А пока на этом все. Вот так вот Скулбой стал бомжом. Будем надеяться, что он выпутается из этой ситуации. Всем счастливой удачи, пока, увидимся вот тут.